Давай. Добро пожаловать. Спасибо. Сивал, что у тебя в руках? Заказ госпожи Нас только пришел. Заказ из аптеки? Давай сюда. Ну? Крем от экземы. И вы от меня скрывали? Госпожа Нас просила не говорить вам. Хорошо, дорогая. Я оставлю себя, а ты ничего не говори. Меня так раздражают эти крышки. Ох, какой аромат. Ай! Шебнем, ты как, горячо? Болит? Нет, все в порядке. Шебнем, ты уверена? Нас. Не оттирается. Давай найдем тебе что-нибудь в ресторане, а это отдадим химчистку. Нас, давай позже. Не глупи, Шебнем, пойдем. Прекрати уже. Ну что ты? Возьми мой кофе и пей. Шебнем. Не вешай нос, Хурия. Не называй меня так. А ты не веди себя, как моя бабушка, Хурия. Ты о чем? Расслабься. Я про Тайлана. У вас все по плану, жизнь — это расписание. Перестань все планировать, просто идите гулять. Шебнем, мы говорили уже об этом. Я люблю так жить. Прекрасно. Люби. Но твоей жизни нужны перемены. Например, завернуть все в лохмаджун. Шебнем, не начинай, пожалуйста. Нет, давай, давай, поговорим. И даже глубоко затронем эту тему. Потому что ты уже решила менять что-то в своей жизни. Я вижу твой настрой. Вижу, ты готова. Одного раза тебе не хватило? Нет, нет. Да? Нет. Иди сюда. Пей давай. Ты слишком много болтаешь. Не надо. Идем. Мирал, поторопись, скоро госпожа Нас придет. У нее и для холодильника установлены правила. Шеф, если температура изменится, госпожа Нас сразу узнает. Один раз все испортилось, теперь она пристально за этим следит. Госпожа Нас и ее нескончаемые правила. Как обстановка? Гёкхан, что это? Куркума, шеф. Серьезно? Я вижу, но что она делает во французской кухне? Принеси мне остальные специи, бегом. Давай, давай, давай. Специи выбирала госпожа Нас? Она договорилась с компанией, производящей хорошие органические продукты. Они оттуда поступают. Шеф, я позвала вас насчет меню для вечера презентации. Да, я отправил к вам ассистента. Я звала вас. Ладно, сейчас мы вместе. Приступим. Вот меню. Хочу, чтобы вы приготовили, как написано. Как-нибудь посмотрю. Не надо смотреть. Я говорю, что будет это меню, без обсуждений. Мы не обсуждаем, сделаем. Слушайте, мы и так приступили без подготовки. Но так не будет продолжаться. Здесь у всего есть порядок. Ничего не происходит без моего ведома и моего контроля. Плита загорелась, я захотел вас немного подвинуть. Понимаете, это кухня, невозможно все контролировать. Мне жаль, это моя ошибка, шеф. Я запаниковала. Ого, да у нас на кухне пожар. Как я говорила, вот меню. Посмотрите, пожалуйста. Пойду подышу. Все хорошо? Ты в порядке? Господь, это ты послал нам нового шефа? Если это так, я все поняла.